Меня зовут Дмитрий Соловьев. Я представляю проект «Добрая земля» в Одинской области. Я педагог дополнительного образования, я занимаюсь подростками, поэтому я искал какое-то образование, которое помогло мне дальше развиваться в этом направлении. И когда я узнал через знакомых, что есть такая компания Smart Course, и она продает онлайн-вебинары, онлайн-курсы по подросткам, я заинтересовался и, собственно, сразу, когда увидел этот продукт, сразу его купил и, честно сказать, не пожалел, потому что в сжатой форме за 2 с лишним месяца я получил всю информацию, которая позволила мне развиваться дальше. Причем я слушал лекции, выполнял задания и тут же старался применять это в своей работе, и это действовало. И действительно, вот этот переход от теории к практике мне понравился особенно. Можно говорить о разных лекциях, в каждом что-то было. Прежде всего, мне понравились все лекции, которые касались контакта с подростками. Такая немного психотерапевтичная история, и это тоже действовало, тоже работало с подростками. Еще важный момент, на который я обратил внимание, это, конечно же, работа педагога, учителя с самим собой. Вот такого, а я по образованию психолог, я не помню, что мы в университете как-то особенно к этому относились и особенно это изучали. Поэтому это, в общем-то, порадовало еще. Про когнитивную психологию тоже очень важный момент, про медитацию как систему, как способ работы с самим собой тоже очень важно было отметить, и в курсах это было. В общем, я рекомендую этот курс всем педагогам, не только дополнительное образование, но и, в принципе, педагогам, потому что, мне кажется, он очень полезен.